Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вновь в игре Farmer Simulator 15 на карте Один Российский Край. Это карта, которую я сделал для этой игры. И сегодня мы с вами продолжаем работать. Как вы помните, мы в прошлый раз сделали тюки. И сегодня мы поедем, в общем, эти тюки подбирать нашим прицепом, вот таким специальным подборщиком. Вот, а также я приобрел вот этому нашему новому трактору, который 952-й. Приобрел сеялку, и мы сейчас с вами отправимся сеять поле номер 7, которое мы в прошлый раз закультивировали, и сегодня будем на нем сеять. Я думаю, раз мы посеяли ячмень на поле номер 5 и 6, то на поле номер 7 мы с вами посеем пшеницу. Ну что же, отправляемся сейчас на поле. Также у нас коса КПС 5Г закончил тракторист косить поле номер 4 большое. Сейчас я вам покажу. Вот, и там лежат волки с травой, которые также сегодня планирую начать убирать на нашем тракторе Т-150 с прицепом подборщиком ПТФ-45. В общем, начнем сейчас с посева, а потом уже тогда переключимся на какую-то другую технику, а на трактор посадим водителя. Так, забрался в трактор, запускаем. Так. Как видите, уже сеялка полная. Так, сейчас отправимся сеять. Не знаю, сколько... Я старую сеялку тоже не стал продавать. Сколько потратим семян на все поле. Может быть, даже 2 или 3 раза придется ездить. Но, как вы помните, я еще приобрел УАЗик, который нас заправляет семенами, чтобы нам далеко не ездить на базы хранения семян и удобрений. Так что будем пользоваться им, конечно же. Вот, так что сейчас мы тут разложимся. Так, давайте так встанем. Так, отцепляем сеялку. Сейчас мы ее перецепим. Так. И будем начинать сеять поле номер 7. Так. Разложить. Все. Как видите, семена пропитанные, специально розовые. Вот, и сейчас начнем сеять вот отсюда наше поле. Так, включаем, опускаем, ну и работаем. Сеем, сеем. Вроде все просеивается хорошо. Вот идем по самому краю. Сейчас потом туда дойдем, пойдем назад. Вот, потом, наверное, надо будет пройти по кругу, чтобы убрать вот эти края, треугольники разворота обязательно. Ну, так что продолжаем, ребят, работать. Сейчас потом посадим сюда работать тракториста Витьку, а сами отправимся чем-нибудь еще заниматься обязательно. Вот, ребят, посадил работать тракториста. Сейчас сам отправлюсь, еще чем-нибудь займусь. Так, ну и отправляемся на базу. Сейчас, наверное, возьму наш трактор МТЦ-80 с прицепом подборщиком круглых тюков. И мы с вами отправимся на наш луг. Соберем наши круглые тюки с травой. Точнее, там не трава даже. Свежескошенная. Там у нас солома. Не, не солома, сено. Солома — это когда мы сейчас будем убирать поля. 5, 6, вот это созревший 7, тогда у нас будет оставаться солома. А так у нас там пока только сено. Сейчас доберусь до трактора, ну и отправимся туда на луг. Так, ну вот, ребят, завел, в общем, трактор. Мы отправляемся с вами. Так, бак у нас практически полный. Отправляемся туда на луг. Ехать, правда, далеко, так что дорогу всю я снимать не буду. Сейчас выйдем из поселочка. Ну и потом тогда продолжим запись, уже когда будем на месте. Потому что снимать скучную дорогу не вижу какого-то определенного смысла. Просто поездку в один конец, так скажем. Смотрите, сколько же здесь травы. Сейчас нужно будет обязательно пригнать сюда наш Т-150 с прицепным подборщиком и начать ее подбирать. Представляете, сколько здесь силоса и денежных средств
так скажем, для покупки новых полей, новых комбайнов, новой техники. Планов у меня очень много. Приобрести современные комбайны Рустельмаш, приобрести новейшую технику КАМАЗов. В общем, приобрести также прицепной комбайн для картошки. Наверное, скорее всего, импортный. А может быть и что-то советское найдем. Надо будет полазить по разным сайтам по продаже техники. Вот, но а мы сейчас доберемся тем временем, опять же, говорю, до Луга и продолжим там работать. Так, ребят, добрались. Так, сколько у нас тут тюков? Может, конечно, и все влезут сразу, но я планирую делать по 8 тюков возить, потому что он возит по 10. Но нам постолько не надо, потому что у нас тогда не будет доставать потом погрузчик, чтобы брать эти тюки сверху и ложить в этот кормосмеситель. Потому что разбрасывать не вижу смысла, поэтому мы будем лучше делать аккуратные стопочки по 4 тюка. Так, захватили. Придется, наверное, делать все-таки 2 рейса. Так, собираем. Да, ну да, 5, наверное, не хотелось бы. Так. Так, итого осталось сколько? 1, 2, 3, 4, 5 штук, да? Осталось 5 штук. Ну, давайте это сделаем вот так вот. Сейчас вот этот подберу последний. Аккуратно. Оп. Вот, а остальное потом подберем, еще приедем. Так, а сейчас отправляемся на базу, на нашу. Я, наверное, там оставлю где-нибудь под навесом. У нас там есть навес для хранения соломы и травы. Вот там мы оставим эти тюки, разгрузим. Хотя у нас, может быть, там прицеп не подняться. Ну, в общем, придумаем что-нибудь обязательно. Поеду теперь не по мосту. Здесь есть короткая дорожка. Сейчас пути перепрыгнем. В принципе, тут останется совсем чуть-чуть до базы. Он же не схоз. Она же у нас... Именно та база, которая у нас, где у нас коровник, находится именно где лесхоз, там чуть-чуть ниже. Чуть-чуть южнее, так скажем. Оп-оп. Бугры здесь, правда, такие. Но вообще по путям, конечно, не стоило бы переезжать. Вот смотрите, сколько травы. В общем, очень-очень много. Так, какой дорогой? Блин, надо, по-моему, может, той дорогой поехать, да? Ну да, мы бы, наверное, на склады, конечно, пришли бы той дорогой. Давайте вот так мимо деревьев проскочу. Ну что, он уже, я вижу дойку, по-моему. Вот нам как раз к этой дойке. Тут станция. И честные сооружения стоят. А хотя мы тут... Ну ладно, можем, в принципе, проскочить через деревья. Немного, конечно, не по дороге. Вот он, наш склад. Видите, где лежит солома. Вот тут бы нам надо оставить эти тюки. Так, давайте вот так подъедем. Так, хотя, наверное, в принципе, прицеп нормально пройдет. Балки не должен зацепить. Так что давайте будем разгружаться тогда внутри. Сейчас подъедем. Ну, здесь сейчас их оставим, да? Так. И опускаем. Так, давайте посмотрим, что там нужно нам нажать. А, выгрузить тюки. О, давайте выгрузим тюки. Так, не достанет до балки, интересно? Или достанет все-таки? Так, давайте чуть вперед проеду, чтобы не достало. Вот. Нормально. Так, и... разгрузить тюки здесь. Нажимаем. О, все, тюки разгружены. Мы, ребят, сейчас отправляемся за следующей партией. Все-таки Terrain Control, как будто нравится, как будто не нравится. Но вообще в реальной жизни, конечно, трактор на такой скорости реально так и прыгает. Даже по асфальту надо прыгать, как мячик. Вот есть именно такое выражение у трактористов МТЗ, что прыгает как мячик. Так, давай, заехали. Потому что, видите, прицеп его запрокидывает, а крутится у нас только задние колеса, имею в виду привод только на задний мост, видите, он из-за этого пробуксовывает.
Давай, забирайся, забирайся. То есть он, в принципе, реальный трактор также прыгает по грунтовке. И еще хлеще прыгает по ямам, если попадает, ну, по асфальту. Мы практически доехали. Осталось наши 4 тюка. Сейчас мы их соберем. Также отвезем туда на склад. Так. Вот. Опускаем подборщик и захватываем, да? Оп. Так, 4, да, я не ошибся, да, 4 осталось штучки. Погрузили. Так, ну и последний. Все, больше у нас вроде никто ничего да не укатилось. Мы опять отправляемся на склад, потом возвращаемся на базу. Ну и, наверное, возьмем Т-150 и отправимся с вами собирать траву. Ребята вернулись практически с вами на базу. Витька здесь уехал заправляться туда, где у нас склад семян удобрений. Сейчас я вам покажу, вот где поле номер 10. Вон он туда едет, медленно едет. Так, ну а мы тем временем приехали на базу. Сейчас поставим здесь трактор, прицеп. Сядем в наш Т-150. Так. И на Т-150 уже отправимся собирать траву. Еще одна у нас сейлка стоит, видите, трактор с сейлкой, но он пока нам не нужен, пускай стоит, отдыхает. Так, надо прицеп припарковать. Блин, немножко не попал. Даже не то, что немножко, а немножко. Так. Заезжаем, заезжаем аккуратно. Все, ставим, значит, прицеп. Так, пойдем садимся в наш Т-150. Заводим его. Навеска упала, наверное, от времени, да? Так, давайте. Ну, гидроцилиндр, в смысле, не держит. Так, кстати, надо заправиться. Там очень много нам собирать травы. Поэтому надо обязательно заправиться. Так. Подъезжаем и заправляемся. Как видите, у нас практически полного бака хватило всего на 69 километров, но в рамках игры я считаю, что этого достаточно. У меня этот Т-150 работает уже дня 3-4 без остановки, и такого не бывает в реальной жизни, чтобы он ни разу не заправлялся. Так что пусть лучше расход будет такой высокий, но интересно, а то на дефолтных тракторах там, в принципе, тоже реальный расход стоит, но он там прописан как литр там в час или в минуту, как-то так. Вот. И там, если работать, то там вообще солярка хрен кончается. Так, а вот здесь пройдет, интересно? В эту. Я думаю, должен, да? По высоте. Оп. Оп. Тихо. Оп. По высоте проходим. Прошли, в принципе, наверное, да? Так, ладно. Поехали. Собирать травы здесь, конечно, очень много. Где-то трактор там забуксовал. Сейчас справится. Может быть, где именно к воротам близко подъехал. Сейчас разберется, справится. Так, мы тем временем едем. О, я же говорю, справится. По идее, загрузился, да? Да, я так и думал. Там я в ворот уперся. Загрузился. Ну и сейчас вернется назад и будет сеять. Так. Надо все-таки какую-то мойку, кстати, купить. А тут трактора такие чумажи. А по приспособлению, прицепы тоже чумазы. Так.
Включаем, опускаем, поехали. Я не знаю, правда, сколько тут получится кубов травы. Блин, ну это, конечно, очень много. Целое поле. Но мы всю как бы не будем тратить, будем тратить, потом, ну, я имею в виду, продавать силос по нужде, по цели, надобности, там, для покупки полей, техники. Так. Просто у нас скоро выходит 17-й фермер, а отыграть карту как бы надо. Так, поехали, сейчас начнем с того края. Ну и продолжаем, ребята, собирать. Прошел, в общем, два рядка и набрал, смотрите, всего 12 тысяч литров. Не знаю, какая-то сегодня урожайность здесь маленькая, помните, я имею в виду именно траву. Ну, мы раньше проходили два рядка и набирали практически полный прицеп. Но это, может быть, надо было эти волки именно волковалкой сделать, а не просто вот эти рядки кошеные после косы собирать. Может быть, урожайность была бы побольше. Хотя, в принципе, нам этого хватит. Гляньте тут сколько, это вообще страсть. Все это дело убери, отвези. Ну, так что продолжаем работать, ребята. Собрал практически полный прицеп. Сейчас пойдем разгружаться на силосную яму. Так, все полный. Поехали. Где у нас силосная яма? А, вот там, да. Вот. Блин, смотрите, сколько тут еще рядков. Все правильно. В общем, физику, как говорится, не обманешь. Там мы собирали два волка из таких вот трех, можно сказать, поэтому там производительность была больше. А здесь мы сейчас, ну, может, удобно, что лишний раз другую технику не используем, но солярки сожжем на Т-150, конечно же, больше. Но, может, палка двух концах, зато сэкономим солярку на каком-нибудь МТЗ, который у нас будет эту силос, ой, не силос, ну, волковать, волки делать. Так, смотрите, как перегружается прицеп. Вообще страсть. Оп. Немножко не рассчитан, наверное, на такую нагрузку. Так, загружаемся. Так, здесь кучу не накладываем, да? Лучше сейчас развернемся. Потому что здесь потом хрен заедешь. Как вы помните, мы мучились в предыдущих сериях прошлых. Так, давайте мы сейчас притопчем и высыпем лучше где-нибудь здесь вот. Так. Все, поехали назад собирать, ребята. Витька там, видите, продолжает сеять, в общем-то. Ну, а нам, конечно, нужно собрать всю эту траву. Дело уже к вечеру. Ну, будем ночью собирать, завтра утром собирать. Блин, сколько же здесь травы. Так, надо найти тот волок, на котором мы остановились. Рядок. Под пашней идет тяжело. Даже местами пробуксовывает. Вообще, может быть, приобрести это поле номер 4, да? Сейчас как раз соберем с него траву, засилосуем, поддадим силос, ну и приобретем, наверное, поле, может, номер 4. Тогда, правда, мы тут не сможем больше косить траву, мы здесь посадим что-нибудь нужное. Так, а что-то, а, не включил, прошу прощения, так, стой назад. Давай, 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 родной, потихонечку, полигонечку. Опускаем, включаем. Все, поехали дальше собирать. В общем, сейчас все соберем, запрессуем, посеем поле. Ну, а в следующей серии будем еще чем-нибудь заниматься. Так что на этом я с вами попрощаюсь. Увидимся с вами в следующей серии. Смотрите другие видео на моем канале. Всем удачи, ребят. Ну и пока. До новых встреч.